Всем привет, сегодня в Грани 1.8 будем проверять баг паука. Стартуем. Забираем Изи, чтобы бабка не мешалась. Уже несколько человек присылали один и тот же баг, при котором мы воспроизводим баг камеры с приседанием, и после этого идем к пауку. Он нас должен укусить, и что-то страшное произойдет. А вот что произойдет, вы не написали, оставив это загадкой. Вот и Special K, ничего себе. Игра просто за нас. Я пока что открою ту дверь. Попробую воспроизвести баг приседания прямо в этом шкафу. И попадемся пауку. Я думаю, что получится старинный баг, при котором у нас паук крутился вот здесь в воздухе. Возможно, все не так. Давайте пробовать. Именно с положения сидя. Все, носимся. Баг получился. Скорее всего, вы про этот баг говорили. И попадаемся пауку. Укусил. Ждем итога. Ах ты, что такое? Мы находились у вентилятора, слышали? Уже что-то произошло. Кстати, еще раньше был баг, чем кручение паука в воздухе, то, что паук появлялся у каморки, которую мы открываем пультом. Если это тот баг, это действительно очень страшный баг. Йоу-йоу. Йоу. То есть... Смотрите, мы не играем. Нас игра куда-то закинула. И все получается. Ну-ка, резюм. Смотрите, менюшка осталась. Майн меню. Получилось сразу же. Что если мы с вами получим сначала баг, при котором мы стоим? Сейчас мы камеру по-другому забагуем. Но сначала нужно найти Special K. Ничего себе, просто игра зависла намертво. Это тоже очень страшно. Каркей. Может ли быть у нас Special K в машине? Да ведь у нас Грэнни присутствует в игре для атмосферности, но при этом она особо не мешается. Очень медленная. Как мы еще с вами можем проверить данный баг? Да закрасить уже. Персонаж теперь сам встает. Очень удобно. Виапонки, ладно. Взяли понку. Еще Special K бывает у таблички. Вот он здесь оказался, ладно. Тогда сначала его применим. Ах ты. Капкан кинула, все поняла, где я. Надо ее обхитрить и успеть обойти. Резко наверх. У нас хотя уже был найден ключ от арбалета, могли ее устранить. Ну-ка, может, здесь пройдем? Да йоу, она скорее всего здесь. Ладно, я как бы тут. Все, она даже меня не заметила. Мы к пауку. Также будем баговаться через этот сундук. Но уже будем стоять. Мы плетемся медленно, но стоя. Вот, такой вариант бага. И еще есть один вариант, при котором... Мы с вами можем залезать под столы в стоячем положении. Нас паук укусил. Сделал уксус. Что будет дальше? Пока что, видите, встаем. Все получается. И... Идти можем, прикол. Все работает. Сейчас пробуем воспроизвести баг, при котором мы ходили под столом, но в стоячем положении. Нам нужно сейчас свалиться в ванную. Смотрите. И потом пойдем к пауку в таком положении. Пробуем разные баги использовать. Ах ты, пока не свалились. Решетка помешала разбиться. Еще раз в ванну. Главное, что бабку не успел убить. Мы свалились. Ой, йоу. Вот это классно было. Так, бросаемся. Смотрите, она сюда ко мне шла. Просто часть картины спасла. Ну-ка, идти. А, так может даже выходить.
Разбиваемся. Мы как бы встали и ходим через столы. Все отлично. Ура. Это сработало. Вот теперь укус паука проверим на этом баге. Но нам нужно избавиться от Гренни. Она все перезакрывала. И после этого получим плохую конечную сцену с этим багом. Пусть нас паук укусит последним. Будет ли конечная сцена какая-нибудь забагованная? Ой. И мы до паука. На, я здесь. Сейчас проверим на столе. Йоу, она кинула, смотрите что. Капкан, я его не обойду. Все. Я сюда, бабка, не трогать меня. Ой. Возможно, капкан сейчас исчезнет. Я вот, допустим, здесь, смотри. Да не туда кинул. Это не я. Ладно. Мы проверили, что баг у нас действительно работает. Перевернутый капкан. На. Смогли. В вентиляцию смогу зайти такой? Смог. Это подтверждение, что баг работает. Смотрите, где мы находимся вообще. Чудеса. К пауку. Как это классно. И попадаемся прямо с Френчем. Все, мы проверяем третий вариант бага камеры. На пауке. Первоначально сработал баг, при котором мы быстро ходили на приседе. Ходим. Все работает. Давайте теперь попадаться бабке. Будем дожидаться плохой конечной сцены. Так, кстати, могли просто бегать к пауку. Капкан воздушный. Что? Баг-то остался, смотрите, куда я зашел. Просто за перила. Ах ты, нет. И просто проходим. Даже вот как. Использовали перила. А сюда можно залезть? Нельзя. Все, попадаемся. Заодно смотрим, какой день наступает. День номер 4, ура, еще 2 дня. Главное в последний день попасться пауку. Молодцы, что прислали баг. Он отлично сработал, и это прям страшнейший баг. Но страшный он для разработчика, а не в визуальном плане для нас. Так, куда еще можем залезть? Попали в стол прямо. Бабка здесь. Вот тебе арбуз на ужин. Бабка ест только мясо и арбуз. Иди ко мне. Поймать не может почему-то. На. Я застрял в столе. Наступает последний день. Сейчас будем внимательней. Нам нужно получить баг, при котором мы скоростные на приседе. И давайте уже сейчас бабку устраним. Потому что она будет мешаться. Это очень ответственный момент. Нельзя терять возможность проверить баг. Ну где-то там. Надо убедиться. Все, на втором. Зови япон ключом. Я его заменил на специальный ключ. И все, дверь открылась, ура. За арбалетом. Потом будем воспроизводить баг. Что будет дальше-то? У нас вся сцена будет забагована или нет? Я здесь. Так, я зову бабку. Но мы очень сильно хромаем. Как Google Chrome. Можем попробовать от пола. Прям по ногам. Прокатило. Сейчас будем баговать камеру. Садимся сначала. И пытаемся встать из такого положения. Все, носимся быстро на приседе. Отлично. Последний день, попадаемся пауку. Надеюсь, сработает. Нарвались просто на паука. Видели, он нас оттолкнул. Есть. Это уже класс. У нас сейчас наступила конечная сцена с автомобилем. И в принципе эти звуки пропали.
Сейчас данный баг проверим на бабке, а после этого проверим на Анжеле. Она же тоже паук. Может, также нас забагует. Для начала проверяем бабку. Сначала садитесь. Вылезайте, залезайте. Все, встали. Мы скоростные. Попадаемся бабке. Что будет? Паук сразу уничтожил камеру. Бабка, привет. Да, мы скоростные опять-таки. Но с другой стороны, как мы попадем к Анжеле в таком состоянии? То есть мне нужно сейчас будет вставать здесь? Тогда баг я разбагую. Баг разбаговался. У Анжелы ящиков нет. Конечная сцена. То есть можно, получается, в нее даже выбежать. Нет, ты куда полез вообще? Мы на краешке остались, ура. И полезли дальше. То есть можно попасть даже в конечную сцену. Пробуем. Да ё, свалился. Мы у Анжелы, да. Прикол. А почему Анжелы-то нет? Анжелы нет, как это? Как это, как это? А вот сейчас так она есть. Я куда-то забежал, она появилась. Фантастика. Может, она у лифта теперь? Да, кстати, давайте попробуем сохранить данный баг до Анжелы. Заряжаем книгу. Да йоу, когда? Когда ты успела поставить? И дверь закроем. Коробку толкал, приколюха. Йоу, это не я. Анжела поползла. Нет, нет. Что? Я просто на стол залез. Вот только доползает. Успел обдурить. Все, мы с вами Анжелу открываем. Тут негде поприседать, поэтому баг будем пытаться сохранить как-то. Забагуемся с помощью сундука. Садимся. Залезаем, вылезаем и встаем. Все. И сейчас нужно к Анжеле прыгнуть. И при этом не разбиться. Как это возможно? Я, видите, как будто стою. Может быть, не разобьемся? Ну, кстати, раз таки, да? И допустим... У нас же баг сохранился. Подождите-ка, у нас баг сохранился, но... Мы сейчас стоим. Идем вперед. Ладно, устояли. И вот сейчас попадаемся Анжеле. Мы же все равно скоростные. Попадаемся. Нас игра все равно ставит. Пока что все нормально загружается. Да, загрузилось. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня рассмотрели баг паука. Он отлично получился. Игра намертво багуется. С вами был Топси. Всем пока.